Всем привет, с вами снова мы. Да. Друзья, сегодня ездили на рыбалку. Встали сегодня очень рано. Сейчас очень хотим спать. Едем уже домой. Ну, в общем, смотрите, как это было. Всем привет, друзья. Это влог «Две хаски». Время 4:15. Сегодня 12 марта, и я полон энергии. Ждем Макса и едем на Рузу. Мы в полном составе. Макс заряжается. Мы идем за мотылем. Прямо 14 километров. Бондарчук с нами. У нас ажиотаж. Ребята, это изумительно. У нас сегодня просто ультралайт. У меня один чемодан. У Макса тоже. Че? А, нет, у меня, сука, все-таки бур. Все. Моргнула нам на удачу машинка. Идем мы на природу. Очень клево сегодня, ребята. Погода супер. Это ж крутяк вообще. Так что мы идем в движении. Ребята, я сейчас долбану 10 лунок. Это прям... Так, друзья, сейчас расскажу вам нашу тактику. Первым делом мы пробурили 10 лунок на глубине от 8 до 12 метров. Вот, ушли опять левее остров, на остров. Сейчас кормим чистым, с крахмалом. Он так за место разбивки разбивается, рыхлый становится мотыль. Сейчас закормим, покушаем и будем ловить. Первая плотвичка. Красивая какая. Друзья, первый красавчик оборвал мне леску 0,8 прям возле лунки, намочил руку. Вот он. Лещок. Лещочек. У тебя хоть поклевки есть. Это исторический кадр. Первая наша рыба. Смотри, пузан какой. Так вот. Пошли ловить рыбу. Рыба ловиться не очень-то и хотела. Да, рыба сегодня не очень хотела клевать, а именно подлещик с лещом решили. У них, наверное, пост. Да, погуляли еще на нашей полянке пару часов. В надежде, может, там часиком 12 клев разойдется. В итоге мы ничего не поймали. Ну и наши соседи рыбаки такие же. Наши друзья, по несчастью, начали же расходиться. Мы, в принципе, последние выходили. Дела у них тоже обстояли
никак. А у кого-то даже еще хуже. Да, у кого-то вообще не было даже поклевок. Ну и посмотрели на них, тоже двинулись в сторону Платвы, ближе к пляжу.
принципе, наверное, и все. Оставайтесь с нами. Ставьте и делайте, как мы. Да. А лучше.